Хоккей – одна из наиболее популярных спортивных игр в мире, наряду с футболом и баскетболом. Это один из самых любимых видов спорта у зрителей. При всей своей жесткости игра смогла забрать сердца огромного числа болельщиков и стать одним из самых зрелищных видов спорта в мире. Артемовские хоккеисты привезли очередное первое место из Харбина. Молодой перспективный тренер Егор Егоров всего за 2 года работы уже гастролирует со своей командой по миру и воспитывает настоящих чемпионов. Турнир проходил с 1 по 3 мая. Ребята отличились высокой технической подготовкой, несмотря на качественную игру своих соперников. Егор, расскажи вообще о себе, где ты родился, где ты вырос? Я родился в городе Большой Камень, Приморский край. Начинал играть в хоккей. В 3 года меня мама отвела на хоккейную коробку, открытую. Раньше не было открытых, была открытая. Вот. Потом я тренировался в Большом Камне лет до 12. В 12 лет уехал в Москву, в город Воскресенск, Московская область. Хоккейный клуб «Химик». После я вернулся сюда, так как меня позвали в «Адмирал», в ЮХЛ, в юношеская хоккейная лига. Вот. И после юношеской хоккейной лиги год я там проиграл. Следом я пошел в молодежный хоккейный клуб «Тайфун». Это уже профессиональный хоккейный клуб, считается. Привела тебя в хоккей мама, получается? Мама, да. Мама меня привела в хоккей из-за того, что у меня что-то было с легкими, астма вроде, не помню точно, не буду врать. Вот. Со здоровьем что-то было, вот поэтому мне врачи сказали идти тут либо в плавание, чтобы дыхалка развивалась, либо в хоккей там зимой на улице играть, то есть в спорт. И поэтому мама меня привела. Как продолжилась твоя жизнь уже здесь, в Приморье? Чем ты занимался? Где ты учился? После того, как я приехал с Москвы, я поиграл в ЮХЛ год. Меня уже подписали первый профессиональный контракт был заключен в молодежном хоккейном клубе «Тайфун». Там 3 года я проиграл, и, к сожалению, дальше у меня не получилась профессиональная карьера. А почему не получилось? Почему так сложилось, что ты стал тренером? Ну, не было предложений с других клубов, к сожалению, и как-то так получилось, что предложили тренировать, уже время подходило, сезон начинался, а команды не было, и я согласился, в принципе, почему нет, не попробовать поработать с детьми, это интересно очень. Вот ты тренируешь детей уже 2 года. За 2 года как выросла твоя команда, куда вы уже ездили, где вы уже были, и не разочаровался ли ты, что ты не продолжил профессиональную деятельность, а стал тренером? Конечно, хочется играть профессионально там до, ну, сколько тебе позволяет здоровье, так скажем, да. Но, к сожалению, так получилось. То есть, но об этом тоже жалеть не надо. С детьми очень прекрасно, работа интересная. Так же, как я у них учусь, они у меня учатся. Для них я пример такой же. То есть я раньше играл, вот они стремятся туда же попасть. С детьми вот мы ездили в Новосибирск, уже занимали первые места. Вот мы съездили в Китай, вот в Харбин недавно заняли первое место. По Приморскому краю мы играем среди своих. Там Находка, Большой Камень также, Уссурийск, Владивосток, Чугуевка та же. Вот. А вот последние были Харбин. Как вы съездили? С кем играли? Доволен ли ты своей работой вообще? За год, да, я, в принципе, доволен. Некоторые ребята спрогрессировали очень сильно. То есть, и вот Харбин – это, наверное, один из показательных турниров был. Многие ребята там проявили себя. Мне очень понравилось то, что команда начинает процветать. То есть не стоит на одном месте, а растет дальше. А где ты сейчас учишься? Какое у тебя образование будет? У меня будет среднее специальное образование, то есть тренер-преподаватель. Я учусь в училище Олимпийского резерва. В городе Владивосток. А куда ты планируешь дальше? Какие-то есть планы у тебя? Или ты хочешь остаться тренером? Ну, планы есть, конечно, но пока мне тут все устраивает. То есть моя задача воспитать вот этих маленьких мальчишек, чтобы они выросли дальше и пошли в профессиональный спорт. А с какого возраста лучше приводить детей в хоккей? И что нужно знать в первую очередь родителям и детям? К чему они должны быть готовы? Привести детей можно в 4 года, в 5, но без разницы. Если ребенку дано, то есть он будет играть. Родителям нужно знать, что все свое время придется посвящать именно хоккею. Праздники, там все равно у тебя будут тренировки. То есть на это быть готовым, на риски. Какие риски бывают? Бывают риски, то, что ребенок там в 12 лет играет до 12 лет, да, а потом скажет, мам, я не хочу, то есть и уже тут то, что деньги не вернуть обратно, некоторые все равно за деньги зацикливаются.
А это дорогой вид спорта? Хоккей, да, очень дорогой вид спорта. Та же клюшка там в районе 20 тысяч стоит, там коньки те же в районе 30 тысяч рублей. То есть не дешевый вид спорта. А как часто обновлять приходится инвентарь спортивный? Как ребенок вырастет, то есть дети растут по-разному. Кто-то бывает за год на 10 сантиметров вырастет, кто-то за год вообще там на 2 сантиметра вырастет. То есть, ну, в любом случае, в данном возрасте, вот у меня 2013-2014 год, они, ну, каждый год, мне кажется, меняют что-то там. До коньки, до щитки, может, краги базовые. Клюшки тоже частенько ломаются. До какого возраста может профессиональный спортсмен играть? Профессиональный спортсмен может хоть до 30, хоть до 40 лет играть, то есть как здоровье позволяет. Главное, чтобы в 16 лет попасть в профессиональную команду, первый профессиональный контракт, и тогда уже оттуда стремиться дальше, как говорится. А если бы тебе сейчас предложили какой-то классный контракт, ты бы согласился или нет? Нет, уже не согласился, мне уже устраивает, то есть мне уже нравится с детьми, уже второй год пошел, да, заканчивается, наверное, уже второй год, то есть мне очень нравится с детьми работать. И я уже перестроился как с профессионального спортсмена больше в тренерскую деятельность. А расскажи вообще про детей, какие они, как ты к ним подход находишь? Дети бывают разные, кто-то психологически может быть слабым, то есть на него там где-то крикнуть, он обидится, там, то есть, ну, уйдет в себя. Кто-то, кого-то наоборот это мотивирует, то есть каждому ребенку нужен разный подход. И дети в основном, они как... Побаловаться им лишь бы. Дисциплина тоже нужна. Воспитываем их. А есть каникулы у детей? Да, летом. В основном летом. Вот они отдыхают месяца два, наверное. Нет, даже полтора, наверное, месяца они отдыхают. И потом заново в строй выходят. А как-то это влияет? Они теряют какие-то навыки? Да, естественно. То есть они когда приходят, да, на лед встают, первые две недели вообще катание обещаю просто. Чтобы вспомнить, что да как. Ребра там внешние, внутренние. А какие ближайшие у вас соревнования будут? Ближайшие соревнования у нас будут проходить с 22 по 25 мая в городе Чите. То есть мы вот улетаем туда сейчас. А как часто проходят соревнования? Ты постоянно, наверное, в разъездах. Как реагирует семья на это? Да семьи у меня такого нету. То есть ты еще молодой и холостой? Да, молодой и холостой, как говорится. Семьи такого нету. То есть, ну, пока есть возможность, почему нет. То есть это моя работа, это моя профессия. И все время пока сюда я уделяю. А что тебе дал хоккей как личности? Вот что ты приобрел с ним? Характер, наверное, чувство победителя. Нужно всегда оставаться победителем в любой ситуации. Здоровье. Здоровье самое главное, конечно. Родители довольны? Мои? Да. Да, конечно, чего не рады, что так получилось. Обидно, что не заиграл, да, они расстроились там. А то, что я сейчас тренирую, они уже успокоились как-то и нормально это воспринимают. То есть... Жизнь на этом не заканчивается. А что бы ты посоветовал начинающим спортсменам, ребятам, которые только пришли в хоккей? Терпение, трудолюбие, всегда оставаться на позитиве, не унывать, когда ты проигрываешь. Есть такие спортсмены, которые тебе очень нравятся и на которых ты смотришь, хоккеистов? Ну, у детей есть кумиры сейчас, уже в таком возрасте даже. Никита Кучеров. Также тоже Александр Овечкин, который там бьет рекорды Грецки. Уже... А почему они им нравятся? Почему они их кумиры? Что им нравится в них? Катание их, техника владения шайбы. То есть они стремятся так же играть. Видение площадки тоже. То есть они видят площадку. Они могут такой пас отдать, который дети там в данном возрасте не могут отдать пас. То есть они смотрят и учатся. А чему сложнее всего научить детей? Правильно кататься, наверное. В основном хоккей это из катания состоит 70%, а 30% уже это вот техника владения шайбой, там игровое мышление твое и пошло-поехало. А как тренировки твои стандартные проходят? С чего они начинаются? С разминки, конечно. То есть дети сначала разминаются, потом мы начинаем, у нас земля проходит. На земле мы пытаемся там больше играть, игровые виды спорта, чтобы голова развивалась. Но не забывать нужно про физику, то же самое, физика нужна детям. На льду у нас тоже мы выходим сначала, чтобы они прокатились пару минут, ускорение, потом уже начинаем различные упражнения делать. Либо на технику катания один день на технику владения шайбой, один день игровой, там и пошло-поехало дальше. Хоккей – это возможность подарить детям полезные навыки и укрепить здоровье, проводить время в дружной команде, постоянно заряжаться новыми эмоциями и впечатлениями.